При пуске отопления осенью 2019 года на улице Совхозной, дом 5, произошел настоящий потоп. Два этажа дома были залиты горячей водой. В воскресенье утром рано все спали, по лестнице как водопад. У меня вот уголочек немножко, вот видите, это не паутина, это вот залило. Рядом дочь. У нее потолок, штукатурка рухнула, края стен, и еще у меня третья комната. В момент происшествия жильцам не помогла служба, которую они считали своей управляющей компанией. Мы дозвониться никуда не могли. До управляющей компании нам помогли наш отдел милиции. Через СОС соединили нас. И подъехала аварийка, и пупырь там один сидел, перекрыл воду. Я говорю, что же вы сидите-то на чердаке по колено воды? Давайте откачивайте и просушивайте. Не собираюсь, в этом мне выходной. Как удалось выяснить жильцам, трубы на чердаке были разъединены в 7 местах. Летом прошлого года в доме был выполнен капитальный ремонт крыши. Жители предполагают, что рабочие могли задеть коммуникации. Также считал и руководитель бывшей управляющей компании дома. Это капитальный ремонт виноват, вот пусть они в это делают. В результате бездействия вода размыла стены в доме, что привело к серьезным разрушениям. Потоп, конечно, разрушил много, тут дыр открыл. Много. Как только стало холодать и начались дожди, в квартиры через появившиеся в стенах дыры начали проникать крысы. Жители предполагают, что они пришли с улицы греться, поскольку ранее в доме не наблюдались эти грызуны. Татьяна Петровна решила травить крыс, раскладывая по углам специальные таблетки. Несмотря на это, начиная с ноября, они трижды кусали женщину по ночам во время ее сна. Сначала вот большой палец укусил вот здесь вот, тихонечко. И даже не больно было. Я, укусила. Потом вот сюда, здесь мякоть. Мне вообще не было больно. Я только увидела потом кровь и укусы. А уж третий раз, вот прям за 2 дня до Нового года, вот в это место. И думаю, что такое жгет? Ну, как будто ножом вот тут воткнул. И все липкое. Я свет зажгла, все в крови было. Женщина обратилась в больницу. До конца марта она проходит курс уколов, поскольку уличные крысы могут быть переносчиками многих заболеваний. Рязанка сообщила о произошедшем в санэпидемстанцию. Бывшая управляющая организация отказалась от дома. Жителям теперь даже некуда обратиться, чтобы обслуживанием этого здания кто-то занялся. Расторгли договор с домом. Все, мы с вами больше не работаем. А почему? Потому что невыгодно. Теперь жильцы дома ждут 13 февраля. Именно в этот день у них заканчивается еще один договор. Рядом происходит строительство многоэтажки. И, по словам местных жителей, 6 лет назад застройщик предложил жильцам этого и соседних домов расселение, желая построить на этой территории высотки. Однако не успел этого сделать. Он там в нескольких домах успел расселить-то. Домов 5, наверное. А до нас не дошел. Татьяне Петровне 73 года. В этом доме она проживает 50 лет. Своими силами всегда ремонтировала свою трехкомнатную квартиру. До сих пор ухаживает за палисадником, делает для него поделки и сажает цветы. Однако теперь у нее опускаются руки. Ремонт делать не получается. Вся штукатурка со стен снова падает на пол. По словам женщины, она перенесла онкологию и крыс не боится. Но в этой же квартире проживает ее правнучка, за здоровье и жизнь которой Татьяна Петровна очень переживает. Поэтому стремится хоть как-то обезопасить себя и окружающих от последствий осеннего потопа. Уничтожает грибки, водоросли, дрожжевые микроорганизмы, бактерии, мхи, лишайники. Вот этим я пользуюсь. Жители дома планируют выполнить экспертизу о признании дома аварийным. Кроме этого, ждут ответа от фонда капитального ремонта по поводу дальнейшего ремонта здания. После этого они планируют обращаться в прокуратуру, опасаясь, что при передаче дома муниципалитету о них забудут. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».